Хотите посмотреть? Да, вот накрыли притон, тут непонятно кто, откуда, кто тут. Устроили кто-то, вон, видите, непонятно кто. Общежитие. Вот целые, хотите? Так, как бы они не сбежали. Пойдемте покажем, где они тут. Шакур. Строительные работы иные не связаны с реставрацией, в этом памятнике продаваться просто не могут. В том числе и проживание, которое запрещено. Мы то, что видели внутри этого храма, ну, нельзя назвать как кощунством, где превратили в отхожее место. В настоящее время будет продолжена проверка, будем выяснять, значит, кто ответственен за сохранность данного памятника, кто должен принимать конкретные меры по, значит, вот недопущению такого безобразия, которое мы видели, и ставить вопрос об ответственности, вплоть до уголовной ответственности, потому что умышленное уничтожение образует состав умышленного уничтожения повреждений памятника архитектуры, который находится под защитой и охраной государства.